поехали на белый камень, скалы около города Полевской. Съехав с грунтовой дороги на Лесовозную, мы увидели лужи. Грязь, решили заранее строить колеса. До нового смертный свет. Впереди у нас препятствия. И по нововведенным правилам решили сначала проверить колеса и включить блокировку, а потом застревать. А не так, как раньше. Сначала застрять, а потом все остальное делать. Едем на белый камень. Зимой мы на него не смогли проехать из-за того, что был брод. Мы тогда еще не были оснащены ведеркой. Вот. Сейчас нам проще. Ну, такая дорожка нас ожидает. Вперед, на встречу приключениям. Это 0,8 давление.
поставили к каналу. Сели сразу на два моста. Ну да, сзади мост сидит. Саня работает, тот ест. Херня какая-то. Нет.
кстати. Так, подожди, подожди, давай, не надо. Дай мне горку сделать. Бампером уперся. Защитой уперся, защитой. Защитой упираешься. Еще чуть-чуть осталось тут буквально пройти этот камешек, дальше уже вроде их нет даже. Вот это вот камень, да, привет. Разбортировали колесо, поставили запаску, комары одолели, вперед дороги нет. До камня доехали, вот он. Но никто идет, не идет смотреть. Сейчас вместе все сходим. Да. Видели ключ? Да. Разбортировалось, но еще одно колесо. Тоже на обратном пути. Преодолеваем мясо. Разбортировали второе колесо. Вот как только повесил две запаски, сразу началось. Что ты повесил? Так, мы выбрались на сухую чистую дорогу из леса. Вот в таком вот мы виде. Так, у нас по потерям две запаски мы спустили. У меня нет, к сожалению, с собой аэрозоля никакого. Но вот есть 18 литров баллон газовый, можно было, кстати, им попробовать, но что-то затупил, не догадались. Колеса. Наверное, выживут. Ну, как обычно, все счастливые и довольные. Сейчас подкачаем колеса. Но очень много не снимали, то есть много прошли на лебедке, много ходами. Камень тоже посмотрели.